5000 баранов пожертвовал Сулейман Керимов для нуждающихся Дагестана. Меценат в очередной раз оказал большую продовольственную помощь землякам. Благодаря постоянной поддержке Сулеймана Керимова во всех городах и районах региона проводится множество благотворительных мероприятий. На этот раз он присоединился к акции «Мясо в каждый дом». Ее традиционно проводит фонд «Инсан» перед великим праздником Курбан-Байрам. В честь праздника остро нуждающиеся семьи по всему Дагестану получат жертвенное мясо. Хотим поблагодарить Сулеймана Абусаидовича за то, что он принимает участие в таких благотворительных акциях. Пусть все то добро, которое несет Сулейман Абусаидович Керимов, обернется в тысячекратном размере и счастьем его семьи.